Надо подготовиться к завтрашней контрольной. Я подготовлю инструменты. Ты договоришься о доставке ответов за школу. А ты ешь пельмени. С удовольствием. Текс, выбрать биту или баллончик? Привет. Помоги с ответами на контрольную. А я тогда тебе. Сегодня у нас будет контрольный тест. А можно выйти? Моему брату надо в медпункт. А то он вчера пельмени пережал. Вы двое идете в медпункт. Я за школу. Я раздобыл ответы. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Что за херня? Не может быть везде правильным один и тот же вариант. Тогда действуем по старинке. Наугад. В целом тест дали хорошо. Двойка только у одного. У сухаря. Что? Ты кого тут блохастым назвал? Собака сутулая. Ты нашего брата тачку сегодня угнали. Прям как это. Ты на что это намекаешь, псина? Там даже на крыше написано «Боеброскин». Это кликух у меня. Люблю мусор всякий выбрасывать, знаешь ли. Ну раз так... Ты следующий. Тебе повезло. Так, что у нас здесь происходит? Да вот, попался тут в Броске. Этим мы займемся. Эй, брат, я нашел новую тачку.